Гражданин, можно вас на секунду? Значит, поступила жалоба. Я прошу вас сесть в машину и уехать отсюда, чтобы вас больше здесь не видел никогда. Ясно? Хорошо. А можно сперва ваши документы посмотреть? Нет. Зачем? Во-первых, так положено по уставу. А во-вторых, у вас один погон генерала, а второй лейтенант. Ну, это потому, что я генерал-лейтенант. Марину! Держи! Давай, сука! Все, валить нужно из Москвы.